Так, чуваки, всем привет, с вами Крэмпл, и сегодня у нас будет видеоролик по Самби, куда мы играем на дрифт-сервере 037, в принципе, вот. Чуваки, короче, сегодня у нас будет такая цель, цель будет совершенно проста, шутка нет. Короче, сегодня я дал себе сам испытание, взять какую-нибудь машинку, давайте возьмем спорт, давайте возьмем Инфернус, думаю, я думаю, она будет дрифтить. Нет, она что-то плохо дрифтит, сейчас возьмем какую-нибудь новую, ну, ой, новую, другую тачку, так, подожди, тюнинг. Ой, тюнинг, сорян, 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 транспорт. Так, внедорожники, лоурайдеры. Вот тебя возьмем. Так, так, сейчас подождите, надо еще зайти в тюнинг и включить авторемонт. Так, но она не очень дрифтит, опять-таки. Пацаны, сейчас включу запись, когда найду все же нужную машину. Все, что... Блин. Все, чуваки, нашел, короче, тачку, вот. Вот, это тоже лоурайдер, в принципе. Вот, давайте все же начнем. То есть, цель наша. То есть, я тут разгоняюсь, это все по дрифт. Это все происходит дрифтик. Это все происходит дрифт. Также делаю тут небольшую перекладочку. Вот тут начинаю дрифтить. Тут дрифчу и просто выезжаю. И просто отсюда выезжаю. Все. То есть, вроде цель как бы легкая, но не очень, мне кажется. Поэтому давайте еще не попробуем это сделать. Вот. Все же, давайте стартовать будем все же вот отсюда. Все, чуваки, тут я, в принципе, уже закончил. Вот, это, чуваки, на это я убил, наверное, на минут 30, скорее всего, чуваки, реально жестко. Вот, это все, чуваки, подписывайтесь на канал, с вами был Крэмпл, всем удачи, чуваки, всем пока.